В плане Мартина Сайдика говорится, что новый договор, который в известной степени сменит Минское соглашение, должен быть ратифицирован российским и украинским парламентом. Но Россия не является стороной конфликта на Донбассе. К тому же в этом плане абсолютно никакого указания на то, что Украина должна проводить какие-то переговоры с руководством, нынешним руководством Донбасса. Фактически нынешнее руководство республик, как участников этих Минских соглашений, они действительно непосредственно участвовали в Минских соглашениях, их практически нет в плане Сайдика. То есть все решает ОБСЕ и ООН.